Всем привет и добро пожаловать на канал Planet Home. Мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Endzone. И совсем скоро у нас произойдет нападение со стороны больницы. Так что лучше, наверное, сразу подготовиться и посмотреть, что у нас здесь есть по свободным людям и по ополченцам. И, конечно же, с патронами, как дела обстоят в смотровых вышках. Значит, здесь мы заряжены на полную, аналогично. Но, судя по тому, как у нас с вами сейчас развиваются дела, с патронами проблем нет абсолютно нигде. Осталось только людей сюда закинуть, и будет вообще все замечательно. Значит, ополчение у нас всего лишь один человек. Убираем тогда со строительства до 15, наверное. Дальше у нас огромное количество водоносов. Естественно, тоже надо их отсюда поудалять и перекинуть уже непосредственно вот сюда. 85 человек из 420. Неплохо, прям очень неплохо. Самый главный вопрос, на самом-то деле, это теперь в какую сторону и как они захотят совершить нападение. Пойдут они направо или пойдут налево? Если направо, то, получается, они будут огибать все вот это озеро, идти через военную базу и выходить уже к нашим насосным станциям. Ну, здесь у нас... Да мы, по сути, везде уже готовы. Конечно, не в том количестве, как хотелось бы. Надо новые башни строить. Уже чисто по периметру абсолютно везде, на каждом углу, где только могут они появиться. Тем более, примерные выходы мы с вами уже заметили, что у нас, во-первых, здесь появляются, дальше вот тут. Ну и так далее уже по всем остальным сторонам. Кстати, что касается верха, они всегда выходят вот как раз из этого городка. Ну, да, это такие чисто небольшие сейчас наметки и предположение, дальше уже с этим разберемся. Также я хочу... хотя, наверное, в этом никакого сейчас смысла нет. По одной простой причине, как только мы вешаем значок, здесь сразу же оказываются у нас люди. Ну, ладно, с другой стороны, все равно давайте повесим его. Приоритет обороны у нас будет идти вот сюда, наверное, да? Пока поставим его. А у нас больше захвата не будет же, да? Или будет? Больше нету захвата. Тогда лучше, наверное, эти 4 башни подставить. И будем ждать и надеяться, что все-таки они пойдут в этом направлении. Значит, что касается изучения, немножечко подфармил. У нас сейчас есть 4 свободных очка. Давайте дальше развиваться и вкладываться. Во что? Ну, нам еще есть во что вкладываться, да? Начнем, может быть... дороги, кстати, сделаем улучшенные. Здесь требуется дерево и лом. Почему бы нет? Давайте начнем изучение. Дальше, что у нас есть по торговле? К нам прилетела дамочка, хочет продать нам древесину. А мы сейчас посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть курица, таблетки, кстати. А у нас с медикаментами... ну у нас с медикаментами вообще никаких проблем нету. 5000 единиц трав, 1200 таблеток и 920 таблеток от йода. Ой, точнее, господи, от радиации. Ну, у нас, как видите, сейчас только чуть-чуть грустненькие ребята, несколько человек. Остальные все грустные только из-за того, что у нас нету домов. Но мы дома сейчас построим. И в конце прошлой серии мы поставили еще на модификацию вот эти дома, которые у нас были надежные, стали теперь комфортабельные. И вы посмотрите, самый важный момент. Значит, что этот дом делает? Он у нас полностью автономный. То есть ему вообще не нужны столбы, ему не нужно электричество. И я даже боюсь представить, когда мы с вами, соответственно, выйдем сюда, то, соответственно, у них и уровень уже будет жизни намного выше. Так что предлагаю сразу этим, наверное, и заняться. Выбираем улучшение. У нас идет улучшение. А давайте пока центр просто прокачаем, а потом уже все остальные дома тоже будем потихонечку подтягивать. Что у нас идет по заданиям? Пир на весь мир давайте сделаем. Да, там у нас заберут еду. Плюс дополнительный уровень счастья. Недостаток жилья, но мы его так сейчас сделаем. Оборона и старые шахты. Значит, мы можем получить что? Знания, семена или технологии. Ну, надеюсь, лучше технологии. Наши шахтеры нашли старый туннель, заваленный обломками породы. Они считают, что смогут разобрать завалы. Мы просто хотели узнать ваше мнение. Давайте сделаем это хорошо. Значит, произвести ресурс йод. Плюс у нас будет взнос, и получим металла, получим угля и, ну, фигни, короче, на самом деле, получим. Это абсолютные фигни, которые нам сейчас не особо-то даже и нужна. Ну, ладно. Тут дело такое. По-другому нам все равно сейчас ничего не поставить и не изучить. Хорошо, значит, дома пускай модернизируют. Здесь у нас по электричеству как дела обстоят. Здесь у нас полностью просело за ночь. Здесь, ну, потребляется, да. Прям очень хорошо потребляется. Здесь тоже просело все. А здесь еще несколько аккумуляторов стоит в запасе. Ну, по факту, вот этих 6 наших солнечных панелей хватает за глаза, чтобы вот на данный момент обеспечить абсолютно все наши потребности и днем, и ночью. Ну, конечно, было бы в идеале, может быть, еще добавить парочку аккумуляторов. Штучки... Нет, но если мы добавим 1, 2, 3, 4, 5, еще 5 в ряд, с какой-нибудь стороны, допустим, где-нибудь вот здесь, да, то это точно покроет абсолютно все наши потребности. Так, значит, я хочу сейчас сделать что? Также мы с вами удаляем... Давайте мы по-другому удалим. Мы же можем снести здание вот так вот. По идее, мы можем. Да, мы можем. Я хочу здесь поставить... пища. Вот, теплица.
Хочу поставить также здесь теплицы. Соответственно, будем выращивать корни. Только единственное, наверное, эту башню мы отсюда удалим и поставим ее чуть выше, буквально там на сантиметр, чтобы нам можно было ровненько установить абсолютно все то, что мы с вами здесь сейчас начинаем выстраивать. Ну а пока можно будет поставить раз, два, три. Во. Не, ну у нас уже нет ни с едой, ни с водой, вообще ни с чем проблем. Просто вот абсолютно полное, скажем так, самообеспечение. Мы ни в чем не нуждаемся, у нас все довольны, у нас все хорошо. Вот я бы единственное, что хотел бы, это чтобы прилетали к нам дамочки какие-нибудь, либо мужчины, без разницы, да, те, которые могут продавать и обменивать очки знаний. Вот это для меня сейчас важно. А вы считаете моих людей никчемными? Ну, в общем, несокрушимый Аго опять с тем же самым своим лозунгом, девизом вырывается к нам. Ну, мы, наверное... Блин, интересно, а чего он хочет? А давайте попробуем заплатить дань вот ради интереса. Какие ему, в каких количествах нужны ресурсы? Это у нас получается, сколько мы уже не платили? Около 5 или 6 нападений, да? Ну, давайте глянем ради интереса. А, он хочет 100 костюмов. А, он только на шмотках помешанный, посмотрите. Ну, давайте, мы можем еды дать ему 15 тысяч. Мы даже можем едой компенсировать абсолютно все. 20 тысяч единиц ему даем, да и гуляй, Вася. Все, от нас отстань, и тем самым мы просто спасем огромное количество жизней. И не будем лишний раз ввязываться, да? Тогда этот флаг мы удаляем. Дальше профессии. Возвращаем ребят из ополчения. Нормально, мужья вернутся к своим женам и к детям. Никаких потерь здесь у нас не будет. Оставлю человек 5, чисто так, чтобы можно было потом патроны по вышкам разносить. А вдруг, как говорится, моча в голову ударит. Сейчас начнем судорожно здесь везде всего отстраивать. Из-за того, что ресурсов очень много. Ну и также можно будет до конца дообъединить все наши рабочие места. Хотя, слушайте, у нас все везде на максимум 43. Ну, кроме разведчика, они вообще нам не уперлись. Ладно, тогда пускай будет вот так. Строители сделаем сейчас человечек 30, наверное, да? Дальше. Водоносов добавляем, пускай, ну, хоть как-то что-то здесь делают. Все в костюмах уже гуляют, у всех все замечательно. Ну, да, у нас уже переизбытки даже местами происходят. Так, фермерство никто не отменял. Добавляем человек 100, пускай будет ровно. Нравится мне эта цифра. И остальных тогда вот сюда. А, логисты, кстати, логисты. А, на 43. Ну, ладно, тогда водоносы 80, и все. О, здесь тоже уже все уничтожили. Теплица. Втыкаем плюс 1. А, даже так. У нас здесь склад мешает. Хорошо, уничтожить склад. Да, вот прям так мы берем, ребята, и поступаем жестко и бессердечно. Но на самом деле, не волнуйтесь, мы его просто поставим вот с этой стороны и плюс еще добавим вот сюда. Они будут находиться в ряд, плюс мы изучим улучшение. И тем самым у нас здесь будет просто идеальная такая территория складирования абсолютно всех ресурсов в большом количестве. Начиная от тех, которые мы производим на заводе материалов, это стекла, железо. Плюс какая-то часть будет, естественно, продуктов. Ну, воду они там не складируют, ну и что-то еще отсюда. Те же самые патроны, ну там или что-то еще. А, я, кстати, знаете, кто, посмотрите еще, что у нас с маяком-то? Значит, мы его вторую часть достроили. Нам требуется улучшение третьей. Вот от этого сразу откажусь, чтобы просто не висело лишним грузом, да? Значит, у нас висит улучшение, требуется 800. А, нет, стоп, вот это у нас 800 уже суммарно вместе с детьми. 661 взрослый и 141 человек, точнее, ребенок. Вот, и у нас 810 суммарно, требуется 1000 человек, чтобы выйти на новый уровень. Ну, новый уровень мы без проблем можем обеспечить. Мы просто берем комфортабельные... Нет, мы берем просто пока улучшенные палатки. Здесь мы тебя, естественно, не поставим, да и в этом нет никакого смысла. Зато мы тебя можем поставить плюс один дополнительный район вот сюда. И бы поставил тебя еще вот здесь. Но тут у нас стоит вышка, я ее просто тоже передвину, пока мы удаляем ее. И здесь у нас рядом находится еще павильон. Ну, то есть такое местечко, где они могут посидеть, отдохнуть и просто кайфовать. Обидно на самом деле. Вот, ну, по факту, если сказать, как-то поначалу действительно пытался... организовать, что ли, все это производство, волнительный момент. А сейчас уже, когда ты вышел на такой вот объем, уже просто строишь и понимаешь, что даже какие-то, если не то что маленькие, а даже достаточно среднего уровня и, может, даже серьезные промахи, они достаточно быстро компенсируются, ну, их можно вырулить. Потому что людей много, ресурсов много, возможностей еще больше. Но она все равно от этого не становится менее интересной. Просто как факт.
Ага, у нас еще 3 есть человечка. Давайте, точнее, 5 добавим их на строительство. А что у нас по производству? Значит, у нас здесь йодные таблетки и лекарства. Лекарства и... И лекарства, да? Давайте, наверное, на йод тебе переключу вот так. О, здесь тоже все удалили. Теплица устанавливается вот сюда. Дальше система хранения у нас идет. Находится в логистике. Время. А, вот нормальная ситуация, разберем. Поставим его. Стоп, подождите. А у него заход, что ли, с этой стороны получается? А, у них вот здесь он вниз, наоборот, выходит. Так, тогда раз. Два. Три. И вот сюда сделаем 4. Как раз таки у них здесь идет одна ровная линия. По поводу дорог. Естественно, не забываем. Раз. Сделаем вот так вот. Так, тут мы сделаем 2. Объединим 3. Здесь можно задекорировать будет кусочек. Только, наверное, без вот этого уголочка мы его удаляем. И сюда выкладываем плюс еще одну линию. Вот так. И вот так. О, огонь. По поводу украшений, ну, здесь просто поставим такие бочки. Наверное, клумбу не имеет никакого смысла ставить. Сделаем просто живую изгородь. Что-то типа вот такого. О. А по бокам, вот здесь в центре, можно будет поставить... А, что-то я, походу, промахнулся, да, чуть-чуть. Ладно, тогда без тебя пока. Просто кустарник поставьте. Когда достроят, уже посмотрим. Что у нас тут с домами? Ну, многие уже неплохо так поднялись. Осталось дождаться, наверное, только вот этого ряда. И переключаемся дальше. А, да, самое важное, конечно же, у нас удалили здесь плюс еще одну вышку. Следовательно, мы берем жилье и ставим еще улучшенную палатку сюда рядышком. У нас здесь и столовая, кухня хорошая, готовит просто потрясающее рагу. Рядом есть павильон, рядом есть школы. Я знаю, кстати, да, что здесь, соответственно, в эти школы не ходят дети. И, соответственно, дети, точнее, ну, дети здесь не рождаются, да, в палатках. Но, ребята, во-первых, многие, я видел, писали, мол, зачем? Объясняю. Школы для красоты, это раз. Во-вторых, дети частенько здесь помогают, таскают что-то взрослым. Поэтому поблизости зашли в школу, там получили образование дополнительное. Почему бы и нет? Но это больше, на самом деле, чисто для эстетики и визуала. Ачивка получена. Никола, ты ли это? Так, у нас что-то очень много тут прямо свободных людей становится. Прямо очень много. Смотрите, как улучшается дорога на скорости X3. Это очень быстро. Это мы получили. Даже сейчас интересно посмотреть, что требуется для ее установки. Логистика. Она, интересно, ставится поверх то или нет? Да, она ставится. Так, ну тогда начнем, наверное, с центральной улицы. Вот с этой, да? До сюда ее доводим. И аналогично сделаем вот здесь. Хочется даже посмотреть, как все будет выглядеть. Ну, пока, да, вот эту центральную улицу сделаем. Наверное, здесь еще смысл есть вот сюда провести. И то же самое сделать еще вот здесь. Ох, нихрена ж себе, я сказал себе. Слушайте, ну она отличается, да. Вот какая дорога была раньше, и вот какая дорога теперь стала. А вопрос по улучшению. По мощенной дороге поселенцы перемещаются значительно быстрее, чем по грунтовой. Для постройки грунтовой или гравийной дороги не нужны стройматериалы. О, вот так вот. Я думал, у нас здесь будет бетон сейчас забираться какой-нибудь. Но это круто. Единственное, получается, надо переделать абсолютно все сейчас системы нашего движения. Но я думаю, пока выведем только центральные, которые действительно нужны и важны. Потом уже подгоним все остальное. Ну да, это совершенно другой уровень жизни, абсолютно. А к маяку-то у нас есть дорога?
А походу-то и нету, да? Надо бы сейчас ее вывести. Сделаем вот таким образом, аналогично. А вот здесь у нас она не объединяется, да? А вот здесь ставится. Ну и шикарно тогда. Вот так, и сделаем то же самое вот здесь. Тут, наверное, хотя тоже можно обвести. Ну и что у нас получается в итоге? Слушайте, а очень получается хорошо. Прямо, я бы сказал, даже замечательно. Так, у нас там есть свободные, да, 10 человек, тогда на строительство всех. По законам, технология есть какая-нибудь? Нет, только экономика, жилье и оборона. Ну, понятно. Так, а по изучениям у нас есть 2 очка. Открыть окно. А поселенцы передвигаются на 25% быстрее. Потребление пищи и воды увеличится на 10%. Интересно, детки пляшут. Ну, давайте, почему бы и нет. Материалы базовые требуются, там, древесина. Ой, точнее, ну да, дерево, еда и вода. Все простенькое достаточно. Слушайте, конечно, с этими дорогами даже по-другому все выглядит. Ну, кроме вот этих ребят, да, это неизменно у нас. А район-то прям преобразился. Осталось еще 2 домика, и будет вообще прямо красота. А что нам требуется, кстати, для улучшения? Ну-ка, бетон, стекло, укрепленный металл, электроника. Слушайте, ну да, потребуется чуть побольше материалов, но ничего страшного. Мы это все производим. Ну, вот бетон, конечно, видите, проседаем. Бетон и стекло. Бетон делается, по сути, здесь и здесь, да? Электричество есть. А стекло у нас делается вот здесь. Можно, конечно, увеличить объемы, но я думаю, все-таки для переделки, перестройки нескольких зданий, ну, что-то пока не очень хочу. Ага, здесь мы построили. Выбираем что? Так, убрать семена. Мы здесь корни выращивали. Только единственное, что здесь не хватает электричества, так что берем и вытягиваем новые столбы. А, кстати, можно даже их отсюда, наверное, подхватить и сюда поставить, да? А, вот здесь он должен быть. Ага, технология изучена. А давайте-ка мы тогда сразу ее сюда добавим. Посмотрим, как это работает. Мотивация. И поиск выживших. Нам нужны люди, чтобы можно было как раз-таки выполнить задание по строительству. Все готово, шеф, мы начинаем слушать эфира, давайте. А здесь мы пока потратим свободное очко на что? Так, на склад нам не хватает, и даже жилье не хватает, ресурсы, укрепленный рюкзак. Надо полагать, надо будет его делать. Благосостояние от мыла, давайте. Долго про него у нас уже шли разговоры, многие от нас его хотели, просили, но вот только сейчас дошли до этого. А что у нас на шахтах, кстати? Надо проверить вообще, что у нас на складах. Значит, начнем с первой. Йод 400. Сера у нас 600. Что нам надо еще? Пули, да? Пули. Пули-бабули 1100. Потом, что у нас там добывается еще? Так, уголь у нас 900. Да, потом у нас еще... А, песок. Песок 1800, ну есть что перерабатывать. Ну видите, им просто долго таскать по базам. Хотя и так максимально близко уже постарались все это дело поставить. Но основные ресурсы, конечно же, у нас все готовы, и этого в избытке. Вот таких бы еще 2 заводика поставить где-нибудь рядышком. И вот таких 2, и вообще можно забыть про базовые ресурсы. Так, хорошо, мы хотим помочь. Что требуется? Произведено пищи 14 000, произведено воды 28 000. Инструменты металла 213 и защитные костюмы 213. Награда 142 человека. Блин, ну это круто, конечно. Производство у нас здесь 150% идет, скорость. Так, надо понять это, да? Получается, костюмов надо 213. Сделаем вот так вот. Пускай больше будет. И здесь то же самое сделаем. Мыло мы получили. Самый главный вопрос, а где мыло-то делается? А ну-ка... А, медицинские цели, значит, больница, да? Да, именно здесь оно и производится. Ставим тогда здесь, предположим, пускай мыло делается. У нас лекарств 1200, да? Плюс. Поставим тебя, наверное, вот здесь еще. У нас будет... А что дает мыло? Так, получается, если варят в постройке медицинского назначения из молока, точнее, наоборот, его, и лекарственных трав, поселенцев используется мылом, поднимается настроение.
А, только настроение, то есть не здоровье, а именно настроение. Ну нет, я думаю, тогда мы не будем пока варить мыло по одной простой причине. Точнее, одну единицу оставим и все. А, потому что с настроением у нас и так все хорошо, а лучше бы, чтобы они не болели. Настроение же на болезнь никак не влияет, логично? Логично. А, здесь тоже нас построили. Тогда травы. Аналогично, травы. Пять восемьсот. На мыло-то не кисло, да? С помощью этого ветра. 5900. Все забито. Сорок человек. Значит, надо сделать. Ресурсы, жилье, укрытие пока обычное ставим. Продлеваем вот сюда еще. А, нет, только с одной стороны. Потом у нас район пойдет новый вот здесь. Это мы удалим. А кофе сделаем, да, давайте, наверное. У нас его, по-моему, в запасах огромное количество. Проверить. Кофе, кофейные зерна, 1000 единиц, да. Что там у тебя есть? Эх. Ничего, что мне нужно. Хотя таблетки, может быть, у тебя забрать. Йодные, да? Давайте, наверное, нахватим. А то радиация была небольшая, поэтому чтобы сейчас просто поэтому не проседать. На тебе 400 лома. А, уголь у нас есть. А, так, маски. Давайте, наверное, маски тоже заберем у нее. Дрова. Дрова нам не нужны. Подкинем себе. Давай немножко патронов, да? Вот так вот. Хотя нет, патроны оставим, лучше лом скинем. По максимуму, а потом патронами добьем. Во. Дома, кстати, все улучшились. Прям вообще райончик, мама не горюй, стал выглядеть. Осталось еще модернизировать, улучшить здания вот эти. Следующим этапом у нас пойдут. Ну, потом вот тут еще. Вот сюда надо еще электричество вытащить. Ну. Вот сюда и... Так, наверное, на перекресток поставим вот здесь, да, в уголочек. И вот сюда. Та же самая петрушка ходит по центральной дороге, где у нас хижины собирателей. Вот тут. И добавим вот сюда еще. Во. Тут уже подсоединили так. Значит, что у нас с вами есть? Во-первых, потребление поставило здесь воды у нас малое, но кроме... А, стоп, у нас кроме вот этих, по-моему, да? А, у нас везде оно на малое переключилось, хотя вот здесь у нас было большое, ну да. Я думаю, что надо отказаться, получается, от этих полей, полностью все перелопачивать и уходить в теплицы. Опять же, будет очень много воды пожираться, надо будет временно поставить больше водоносов и параллельно выстраивать здесь еще одну систему по добыче с помощью насосов. По-другому, наверное, нам будет не провернуться. Теоретически. Ну и практически, наверное, то же самое, да? Ну, лучше начинать с насосов. Значит, вода. Насосная станция. Также разворачиваем тебя вот сюда. И погнали ставить... А, хотя стоп. А, ну все правильно, да. Пока вот столько добавляем. Дальше логистика. Нормальная дорога уже, естественно, у нас здесь идет. А, ну все правильно, да. Я что-то, блин, смотрю просто на эти клетки, думаю, что-то, по-моему, не хватает. Нет, всего хватает, все отлично. Здесь также выведем ее к основе. И тут у нас будет дополнительный такой проход. Не будем прямо к горе их туда вытаскивать. Думаю, в этом никакого смысла нету. Чисто такая водонапорная зона. Вододобывающая зона. Вот так можно даже правильно сказать. Что у нас там с кофе? Ага, 520 из 2000. Неплохо. А людей у нас 918. Чуть-чуть не хватает до следующего уровня маяка. Открыть окно разработки. Что у нас тут есть сейчас недорогое? Акваферма. Ну, наверное, попозже. Сигнальная вышка. О, иммунитет. С этими модификациями совсем забыл про ткань. Просил немножечко по ней. Давайте-ка мы бабулю закажем. Пускай к нам прилетит и привезет нам ткани. Много-много. Это готово. Дальше получаем очки. Да, пока есть время, наверное, займусь-ка я улучшением дорог. Строители сейчас, наверное, взвоют, скажут. Ну ты серый, блин, даешь, конечно.
Тут мы потихонечку раньше строили, да? Скажем так, по сантиметру, по миллиметру, а тут бац, километрами просто пошли дороги. Ну а что делать? Пока время есть, много свободных рук от других строительств. У нас, кстати, строителей 89 человек, охренеть. Поэтому почему бы и не озадачить вас, да? Я просто прохожусь по старым контурам, которые у нас были уже с дорогами, и заново прокрашиваю. Потом еще добавим немножечко декорчика, кустиков там всяких. Хотя тут с декором не так уж и большой выбор, но все равно. Ну да, город прям преображается. Прямо преображается на глазах. Я, может быть, даже, знаете, сейчас сделал украшения, клумбы. Они влезут в центр где-нибудь вот здесь. Три. Так, ну-ка давайте просто по бокам начнем. Вот так и все. И здесь тоже сделаем по бокам. Здесь нам потребуется фонарь поставить. По-моему, третий, да, если не ошибаюсь? Нет, двойка. Нет, не двойка. А, вот единица. Дальше продление этой улицы. Так, что у нас там по очкам? Пока нету. Неужели мы по кофе проседаем? Вы посмотрите, 710 только сделано из 200, точнее из 2000. Офигеть. И, походу, здесь мы пропустим задание. Вот вынуждает меня наращивать объемы. Покашлю. Покашлю, уже ее узнаем, да? Такая, Я тут приехал к вам. Ой, на тебе грибочков, наверное. Нет, грибочков тебе не дам. Хотя, нет, я тебе дам чуть-чуть грибочков. Совсем. Да нет, да в них никакого смысла. Пиво. Патроны. Ну, патроны всегда в цене. О, бери. О, полевые испытания, шикарно. Что надо? Так, нашим разработчикам в голову пришла идея. Они хотя не уверены, что план сработает. Тебя обеспечить необходимыми материалами. Они приступят к дереву. О, шикарно, всего лишь 100 дерева и 100 и 100 металла. Плюс одно очко, открыть разработку. Мы потратим его на... Так, все необразованные взрослые получают образование. Это постановление расхода 2 единицы энергии, полученных в научном центре. Ага, ну, так, так. Давайте, наверное, добьем, да, вот эту вкладку уже. Мы, конечно, это постановление пока не будем устанавливать, но просто пускай будет. А следующий нам будет нужен торговец, кто? Что-то мы по дереву резко просели. А, ну у нас модификация же, строительство, целая куча здесь ушла. Тогда я думаю, сейчас наверстаем. Что у нас по добыче? Ты здесь, ты там. А, вы сюда, да, нас перекидываете? Угу. Тогда предлагаю первого, наверное, сейчас временно вот сюда перетащить. Хотя 100 единиц, это, конечно, очень долго будет. Вот так лучше. Просто такой огромный город. Просто огромный город из палаток. И это, кстати, у нас еще палатки-то не модифицированы. Слушайте, а нафига я сейчас дополнительно делаю плюс еще целый уровень? Ну ладно, давайте его уже доделаем. Да, вот здесь, вот тут и вот тут еще одну добавим. А все остальное мы уже лучше подкопим и вложимся в... так, логистика, благосостояние. Вот здесь у нас это было. Ну вот, укрытие. Будет еще больше человек. То есть, если у нас было 25, 50, наверное, где 75, либо 100 будет. Цифры пока не указано. Но надо теперь 3, получается, нам знания подкопить. Нет, не успели, наверное, выполнить их требования. Сейчас заругаются, откроют склады и начнут оттуда все дербанить. Ну да. Цена не указана.
Тут всякий хлам еще остался, надо его, наверное, убрать, чтобы можно было поставить какие-то общественные здания. Так, насосы мы тоже установили. Тогда получается задача снести постройки. Здесь еще у нас была капуста, картошка, тыква, да? Ну, вот так, наверное, вместе с пшеницей мы удалим это. Готова пища. Дальше пошли, у нас ход теплицы. Ну, пока, наверное, также вниз. А, вот эта штука нам больше тоже здесь не нужна. У нас так и так здесь добыча воды идет. Эх, чуть-чуть не хватает, ну ладно. А если вот так мы бы ставили, то получается мы дотягиваемся вот до сюда, да? А, сразу мне не влезло. Угу. Эх, зараза, мне здесь не позволяет парковка установить дополнительные теплицы. Хм. Ну ладно. Нет, они так не устанавливаются. Блин, реально не хватает блока. Ладно, ничего страшного. Значит, будем так уже выставлять. Какие проблемы? А, черт, у меня здесь в две клетки пошло, а здесь в одну, да? Теоретически можно... Нет, ну я не буду ради этого удалять, конечно. Вот никакого смысла нет. Здесь лучше к единице мы сейчас подобьемся и все. Неплохо стало, кстати. Ну, пока больше не буду устанавливать макеты, потому что и так здесь требуется стекол и бетона больше, чем мы производим. А сколько у нас там суммарно сейчас население? 988 человек. Угу. Так, мы вот это тогда удаляем. И удаляем эти два склада. Блин, здесь, конечно, продуктов, мама не горюй, надо было перенести. Вот сюда мы склады можем поставить. Это будет просто идеальное как раз-таки расположение и хранение продукции. И, соответственно, территорию неплохо так подогнали. Сюда сделаем такой дополнительный проход. А в центре можно будет задекорировать. О! То же самое сделаем с другими пустыми площадями. Но постепенно. What's up, you blind little know-nothing? Long time no see? That's not true at all. Нет, 1000 таблеток это люто. Хм. Так, ну а здесь получается плюс еще один район полностью перелопатили, но из-за огромного количества сейчас вот здесь строительств, теплиц, не могу я. Да, здесь, вы посмотрите, сколько у нас жрает ресурсов. Просто дофигища. Ну, понятно, что в сумме это не такая огромная цифра. Нафармится и сделается, но у нас в запасах нету таких огромных количеств, чтобы прямо сразу же выложить на все постройки. Но ничего страшного, как говорится, подождем немножечко. От обилия построек даже уже игра начинает просадки делать в FPS. Это жесть. А особенно, когда вот вид такой сверху. А давайте-ка мы им подкинем иммунитета. Так, у нас он получается пилюля, вот. Чтобы никто больше не болел. Заодно немножечко по лекарствам проседем, а то склады забиты вот напрочь. О, как ты вовремя подъехала, дамочка, как вовремя. А у меня там пластика немножечко мало осталось. Немножечко мало осталось, да, но заканчивается. Поэтому возьмем у него ее. Точнее, его у нее. Возьмем, наверное, инструментов, хотя особо тоже не нужны. Взамен просто вижу, тут можно скинуть воду. Поэтому давайте отправим вот так. Отправим вот так вот песочка. Хоть чтобы у нас дальше что-то добывалось. А дальше электроника нам нужна, 600 единиц. Ну, не знаю, теоретически можно взять в обмен песка, наверное, да? Вот так вот возьмем чуть-чуть. А тут добавим. О. Слушайте, а что у нас вообще по смертности здесь? Могилы заполнены не на максимум. Трупы. Слушайте. Мое увлажнение. Вы гляньте. Чистенько стало. Ну, конечно, больше никто не болит. Лекарств мой. Лекарств только что, не знаю, во все места можно засунуть и все сразу вылечить.
Ну, я думаю, да, наверное, эта серия будет уже все финальная. Дальше просто плодить видосы по этой игрушке никакого смысла. Мы вышли в максимальное благополучие. Сейчас просто уже дофармливаем вот эти какие-то очки, какие-то еще, может быть, элементы здесь доделаем. И предлагаю поставить игру на паузу и просто ждать каких-то вот уже обновлений, которые добавят либо новые механики, либо новые постройки. Даже если мы сейчас с вами зайдем в окно разработки, значит, здесь мы с вами выучили все в ресурсах. Ну, что тут у нас осталось? Рюкзак, мастерская улучшенная. Ну, да, кстати, вот мастерскую можно будет поставить. В логистике склад модифицированный, в электричестве мы все выучили. В технологии, ну, все выучили, ну, кроме сигнальной вышки. Как бы она нам сейчас не особо уперлась, да и... Ну, мы ее сделаем. Ну, и тут у нас что осталось? Сейчас мы поставим дома, новые комфортабельные укрытия. Радиус насосной станции увеличивается, больше орошение полей будет происходить, долговечные здания меньше ломаться будут. Ну, это уже что-то такое все, знаете, несущественное абсолютно. По факту, да, прошли игру, и мне она зашла. Я все-таки сейчас решаю насчет Surviving Aftermatch, выводить его на прохождение или не выводить. Я видел комментарии, которые вы писали под прошлым видосом. Я выживший, да, орден наш такой достаточно крупный. Но пока количество заинтересованных не такое большое, чтобы прямо утонуть в этой игре. Поэтому пока в раздумье. Ну а с другой стороны, такая чисто для чила посидеть вместе, посопереживать людям, построить новый город в другой абсолютной игре. Почему бы и нет, да? Только уже, может быть, по какой-нибудь другой схеме пойти. Тем более там очень много всего изменилось с момента, когда я в нее играл. Я в нее играл, когда она только вышла, а сейчас уже там она готовится к релизу, и там кардинально другая схема и строительства, и ресурсов, и охоты, и добычи, и войн, и нападений. Там все другое стало. Ладно, да, подумаем, посмотрим, примем решение. Ага, задача выполнена, сила есть. Дальше, значит, маяк, мы с вами яркий пример, нам дали достижение. Мы можем его модернизировать, требуется целая куча ресурсов, ну, ставим на производство. А вот следующий уровень у нас откроется, пока непонятно когда. А, следующий уровень получается построить маяк, который мы сейчас с вами доделываем, и просто включить... ну, просто электричество ему подвести, и все, и маяк у нас готов. Это как раз-таки финальный уровень его. Круто. Хотя, что я удивляюсь, здесь же нарисовано, да? Первый уровень, второй уровень строения. Видите, здесь, я не знаю, там, кто на телефонах навряд ли увидите, но кто на более крупных панелях, видно, здесь фундамент оранжевого цвета, все остальное серое. Потом идет как раз-таки фундамент и центр, и как раз-таки сама, уже сам маяк. По поводу поставить маяк вот сюда, когда у нас происходит полностью осушение всей территории, я пробовал навести и не ставится. Идея классная, идея хорошая, но, увы, ах, нет. Слишком было бы просто. А задача выполнена. Угу. Еще плюс 100 человек. Серьезно? Господи ты, боже мой, у меня их сколько? 23 пока, сейчас будет сколько? Миллиард? Я строю маленький Китай. А здесь что у нас? Лимит. Ну, блин, нас уже засовывать все некуда. Так, а что ты у нас здесь стоишь без дела? Давай-ка тыковку выращивай. А, у нас здесь еще одна без всего стоит, да? Ну, пускай будет капуста, допустим, почему бы и нет. А, нет, здесь мы по-другому сделаем выбор. Пшеница, на всякий случай, для пива. А здесь у нас уже все, да? Так, требуется ремонтирование здания, ремонт, точнее, здания, но это ничего страшного, лимит производства. Но у нас уже все под завязку, просто все под завязку. Ага, отсюда придут. Так, а дома, значит, получили с помощью торговли, плюс у нас еще подформилось, из того стало 4. Как и планировали, делаем комфортабельное укрытие. Ох, 10 бетона, сколько потребуется, начать разработку. Знаете, нам реально надо будет по ходу с вами поставить дополнительное производство по бетону. Проседаем по этому материалу, причем очень сильно. Ну, как бы у нас есть на складе и в запасах, но учитывая то количество, которое сейчас будет уходить на все те объекты, которые мы делаем, включая улучшенные дома, это, конечно же, просто ни о чем. Снести здание, вот эту территорию мы сейчас удалим. И сюда поставим дополнительное производство. Вот так, наверное, даже сделаем. Здесь 400, да, ну логично. По людям. Так, 19-20, здесь у нас 43-18-5, 60 плюс 1, остальных строительство. И добавлю-ка я напротив, наверное, вот здесь где-нибудь еще завод материалов.
такой же, как вот тут здесь у нас, да? Как раз-таки между столбами его, кстати, идеально вписывается. Возьмем вот сюда его поставим, чтобы был шаг у них. И вот здесь еще дополнительно. А тут мы закинем дорогу. О, ты моя принцесса, ты посмотри, что она нам протащила. На тебе песок. Чё хотим? Давайте сделаем, да, наверное, тортики. Сколько? 16 920 единиц? Да вы с ума сошли, я столько в жизни... Такие-то цифры нереальные. 16 тысяч тортов, вы с ума сошли, я что? Этот... как там его зовут-то? Азамат или как там, в общем, товарищ Ивлева, который у нас из адской кухни. Один по пирожкам, а другой по всяким салатикам. Ну, вы поняли, про кого я говорю. Ренат Агмазов, вот так вроде его зовут. А я вот так еще сделаю, ход конем. Добавлю дополнительно несколько ветряков. Понятно, что они особо нам погоду не сделают, но тем не менее, пускай будут. Хотя, почему? Раз, два, три, четыре, 300 на 4, это сколько там, 1200 получается, да? Неплохо, бонусом. Наверное, даже имеет смысл где-нибудь вот здесь еще дополнительно поставить, почему бы и нет. Их, по идее-то, реально можно везде поразбрасывать. Они мало чего занимают в плане места, зато будут идти к общей сети неплохим приростом. Главное, чтобы они находились только под действием... И точнее в одной сети. Блин, лекарства. Опять лекарства надо производить. Ну ладно, давай поставим. А по таблеткам йодом... О, у нас их очень мало, надо будет докупить. Добавлю, наверное, еще пару штучек. Не здесь, сори. Задача выполнена. Мы сделали 16 тысяч тортов. Ну и кто здесь, блин, главный кондитер? Алло, алло. О, нет, это надо срочно переключать тортики на что-то другое. Это, конечно, замечательно и здорово. Да столько тортов, мне кажется, жопа слипнется у всех наших жителей. Столько поглощать их. Значит, у нас 3. 2 будет у нас на рагу. Нет, стоп. Так, стоп, это тортик, значит, на рагу и остальное на тортике, вон. Ага, значит, здесь у нас семена идут чего? Давайте будем выращивать... Так, у нас здесь тыквы были, здесь корни. Получается, да, мы здесь будем выращивать свеклу раз и свеклу два. А, нет, давайте кофе. Во, кофе точно. Здесь у нас будет выращиваться пшеница и здесь пшеница. Тут у нас будет картошка. А, картошка у нас уже есть. Тогда бобы. И здесь бобы. Ну, они уже, да, повторяются все. Начинают сейчас морковка и все. Получается, после морковки... во. Что маяк-то строится? Ну да, потаскивается. Бетон притащили, электронику тоже, укрепленный металл и стекло не приносят. Ну, потому что у нас вот эти постройки все сжирают все эти основные материалы. В придачу у нас еще даже не развивается изучение. Потихонечку только подтаскивать, слишком потихонечку. А у нас уже 3 очка свободных находятся.
Пророк Лиам к нам. Давайте, наверное, заплатить дань. Что он там хочет? Пластик нет, уголь подкинем ему, 700 единиц. Даже нет. О, на тебе, лом. Забирай его, забирай немножко древесины и отчаливай. Нет, древесину оставим. Угля вот так. Достижение получено, возьмите мои деньги. Угу. Сразу вспоминается, да, мем? Shut up and take my money. Ох, нифига себе, как мы просели по металлу. Сразу же весь опустошили. Сюда нужно людей добавить. Но ничего страшного, здесь все быстренько пособираем. Хреново то, что сейчас на этом этапе этой игры уже никуда не пропутешествовать, ничего не открыто. Просто сидим вот, как говорится, душа над телом склонилась, да, и просто смотрим. О, помидоры, что ли? If that isn't my absolute favorite, have faith in old Tibera. She knows them all. Once again, Tibera's got only her very best stuff along. Вот так сделаем. Tibera's got to. Семена нам нужны, семена нам важны. Да, хочу попробовать по возможности. Ну, нам тут еще осталось кукурузу найти и все. Поставлю-ка я, наверное, пока на паузу вот эти теплицы, а то они сжирают все стекло и железо в огромных количествах, просто под сотни. И так еды у нас завалом, поэтому давайте достроим сначала. Ну, здесь стекло не нужно, 55 единиц тоже требуется, да? Вот сюда сначала надо вложиться нам, чтобы до конца это все исследовать. А, ну вот как раз металл притащили, сейчас еще и стекло принесут. Теплицы только выключили в производство, именно строительство, сразу же пошло по всем остальным точкам. А сюда, естественно, людей побольше. А быть может, вот сюда впендюрить их. Нет, здесь они не станут у нас. Тут уже за пределами будет находиться. Здесь у нас система воды, да, находится. Если что, мы еще здесь можем поставить пару рядов, теоретически. Поэтому тогда можно практически будет поставить вот сюда тебя. Здесь не ставится, я понял. А радует, что дома ночью полностью автономные. Мы вообще фиолетово, есть электричество где-то у нас или нету. Все, у всех ребят светится, и дома электроприборы, естественно, работают. А вот еще, знаете, что интересно посмотреть? Жилье, ну-ка. Да, электричество автономное, круто. Не успеваю лекарства производить. Нужна еще, наверное, одна больничка. Буквально чуть-чуть, 1600 уже сделали на 1700. Это с учетом того, что я полностью выключил производство йодных таблеток, и у нас уже дофига облученных поселенцев. Ну давай, пожалуйста, успей. Не, нифига не успевай. 1660, ну, блин. Ладно, переключаемся. Знание сила, что хотим. Так, один из наших поселенцев предложил использовать фильтрующую систему. О-о-о. Сейчас надо будет отключать, короче, системы все фильтров здесь, да? Ну, давай сделаем. Уголь в запасах. Теоретически, да? Сейчас почему нет? Давайте нафармим. А, здесь пошло изучение. Ачивка получена. Слава солнцу. Сейчас посмотрим, они у нас в общую цепь уйдут, построенные обе. У нас, получается, на аккумуляторах запасы сейчас должны быть уже плюсануться к общей сумме. Мы, наверное, даже вот так вот сделаем. Аккумуляторы не на полную заряжаются у нас за это время. Однако впритык нам хватило, чтобы пережить ночь. Стекло осталось перетащить. И маятник у нас готов. Значит, надо подцепить его к электроэнергии. Давайте сейчас сделаем. Значит, где у нас столбы идут? А, вот тут они включены.
Да, сейчас перекинем вот сюда. Вот сюда и центральное вот сюда, да? А где ты коннектишься? А, ты с обратной стороны коннектишься. Да, вот так. Это мы тоже изучили. Значит, дальше. Куда мы там вкладываемся? Благосостояние цех. Улучшена водонапорная башня. Так, собирает и накапливает воду с помощью приносимого водонасосами угля. Эту воду можно очистить и от радиационных эмиссий. Так, резервуар водонапорной башни будет автоматически пополняться, если она подключена к насосной станции. Давайте поставим на изучение. Надо поставить хотя бы один домик вот этот на улучшение. А, что требуется? Бетон, так, стекла. Ну, все по стандарту, да. Подключили? А, так, подключено к сети, к общей. Ну, наверное, просто сейчас не видно, как он работает. По идее, наверное, будет лучше виден ночью, да? Но все, он начал кружиться там. Потребление энергии 0. А вот так если сделать... Так, прошло невероятное достижение. Прошло около 346 сезон с тех пор, как наши предки покинули убежище. Мы преодолели все трудности и завоевали право на лучшую жизнь. А, ну, понятно, продолжить. Мы живем в гармонии с природой, мы смогли укротить стихии и научиться пользоваться дарами природы ради собственного благосостояния. В этом процветающем городе около 800 с лишним зданий, в которых живет не менее 900 человек. Вместе мы исследовали окрестности и разрабатывали новые технологии. Наши предки даже мечтать не могли о том, что чего достигнем мы. Продолжить. А зачем у нас, шеф? Мы очень рады, что вы продолжаете помогать нам советом. Теперь мы сами хозяева собственной жизни и можем жить так, как хотим. Что у вас на уме? В общем, мы эту штуку включили, она теперь работает, и это по факту был только что логический конец по ходу игры, да? Главное задание сценария было выполнено. Угу. С чем я нас и поздравляю. Но надо еще тут некоторые элементы достроить, и да, и закончим. Да, когда стемнело, посмотрите, как классно выглядит. Блин, посмотрите, все погасло резко. А здесь она что, достроила все? А, ну да. Ну, ночью, понятно, у нас электричества нету. На аккумуляторы не успели забрать, только достроили. Надо поставить еще парочку таких, наверное, солнечных панелей, чтобы можно было и ночь нормально переживать уже без потерь. Здесь тогда сделаем систему солнечных осветителей, да? Ой, точнее, солнечных ламп. Ой, господи, солнечных батарей. Так, здесь у нас пошло уже все. Тут мы поменяем местами на тебя. Ой, нет, наоборот, на тебя. Что-то как-то очень много, мне кажется, у нас здесь находится производство. Теперь все впритык уходит. Нам даже столько, наверное, и не нужно. Ну ладно, оставляем пока. А, нам нужно вот здесь теперь будет прокачаться. Включаем обратно строительство. Вот, вечер настал, смотрите. Видно, как идет игра света, да, когда крутится маяк. Круто выглядит, на самом деле, реально очень круто. И хрясь, все стекла со складов просто сдуло. Только активировал строительство. Ё-моё, конечно, слушайте, да. То еще потребление. Что у нас здесь остается? А, бетон они, да? Чуть-чуть принести. И первый домик будет улучшен. А обычные дома у нас улучшаются, благодаря чему? А, ну тоже стекла нужны, ну да. Я, наверное, поставлю вот таким вот образом задачи. А, так, улучшить. Следующий ряд вот этот. Ты? Not sure at all. How are things going with you? Hope you're in the mood for a party, because Lizzie's got a lot of the right stuff with her. О, смотрите, как они выглядят. Просто охрененно. Ну, они, естественно, в таком же стиле, как и одиночные дома, да, для обычных семей. Но это здорово. А так, подожди, а что здесь у нас трупы лежат, их не убирают? А у нас здесь вообще есть кто работает на кладбище с этой территорией? А то у нас убирается только там. А, ни хрена себе. А я здесь и забыл поставить маркер на уборку. Только тут убирают все. А ты там, ты здесь, а тебя тогда я немножко сдвину вот сюда. О. Помидорки, да, у нас тут подъехали. А давайте-ка, наверное, вот здесь мы тебя поменяем на помидоры.
Здесь мы изучили. Дальше у нас... Так, ну это нам не интересно. Акваферма. Да тоже как-то не особо ехало и болело нам. Так, что за четверо здесь остается-то? Мешки. Ну давайте, наверное, мы на мастерскую подождем чуть-чуть. Раг, уберите. 18 тысяч? Нехило. Все-таки, наверное, вот здесь подниму я лимит до 300, и здесь то же самое. I'm glad to be able to be back here again. That would be... Ага, у нас здесь дома тоже уже поднялись, значит, улучшение следующего райончика вот сюда идет. А вот сюда склад влезет? Ой, слушай, он сюда идеально влезает. И, наверное, сюда еще может... А, нет, здесь не влезет уже. Так, эти мы построили. Значит, электричество, лэп. Нам нужно дальше сюда выводить. Поставим вот так же по краям. И вывезем их, наверное, как-нибудь вот сюда сейчас. Хотя в центр бы их поставить... А, вот здесь, кстати, можно действительно их в центр... А, нет, здесь мы их не поставим в центр. А вот тут? Нет, а вот так мы их можем объединить. В одну общую цепь как раз таки. Так, а вот как раз-таки, да, мы можем теперь модифицировать все наши, требуется... Так, а давайте как мы, знаете, сделаем сейчас? Мы возьмем, выбрать постройки, задачи, улучшить, и сделаем улучшение, допустим, вот этих трех пока. Вот как у нас теперь они выглядят. Так, это отмена, плюс разработка технологии у нас тоже новая появилась. И набор воды пошел какой-то очень безумно быстрый, как мне кажется. Прямо очень быстрый. А еще у нас получается вот это можно модернизировать, да, все. Так, на нас падут, понятно, это не страшно. Задача улучшить постройки. А ну-ка, что за усердие? Прочность инструментов, понятно. Акваферму давайте выучим, наверное. Я, наверное, ничего брать не буду. Кстати, а у нас наполняются сейчас аккумуляторы? Да, плюс 64 тысячи, да. У нас прямо отличный вариант хранения энергии. Надо, конечно, еще парочку обычных аккумуляторов поставить. А то днем еще половина, наверное, даже времени суток, которое просто не используется, в никуда уходит. Слишком большой запас. Наши улучшенные мастерские. Это тоже улучшили. Так, надо еще чуть-чуть. Получается 6 штук доделать. Ага, отлично. Здесь осталось только 2 штуки доделать. Здесь уже модернизировали абсолютно все. И больше людей сюда может, да, у нас помещаться. У нас тут есть, что еще надо улучшить. Так, по-моему, здесь пусто. Здесь пусто. А, ну только большие дома остались. Окей, тогда сейчас эти добиваем. Тут вроде как уже... А, достраивают уже, да, по-моему, прошел процесс. Угу. Еще 3 построили. А, заплатить, да, не буду никого тут сейчас ни с кем расставаться. Вот так мы просто сделаем. Так, пайки давай тоже отгрузим. И воды на тебе. Даже сейчас не хочу отвлекаться от строительства и изучений. Сейчас посмотрим, как мы быстро вернемся в обратную нормальную форму, по идее, по воде. Достаточно быстро. Было 25, 33 уже, 40. Ну да, хорошо идет все. Сейчас еще акваферма подъедет. Но да, кстати, обратите внимание, у некоторых из рейдеров, у них аппетиты, конечно, возрастают. Если там дедуля и
девчонка Лин, по-моему, так ее, да, зовут, с мечом, который, они еще так с аппетитами, ну, так, спокойненько относятся, им там пару инструментов, что-то еще там подкинули, и все. А вот этот хрен моржовый, блин, он прям вообще лютый, ему чуть ли не вся жрачка нужна. Наверное, есть смысл, если будет появляться он, ему давать отпор, ну, вообще, в принципе, как игра, да? Ну, а всем остальным, может быть, даже давать дань. Ну, это что-то вкусовщина, на самом деле. Если есть возможности, чтобы сэкономить время, можно и пожертвовать этими ресурсами, которые, в принципе, уже восполняются. Он уже 45 тысяч еды. И это, кстати, без постановлений. То есть у нас никаких тут ущемлений в еде нету ни у кого. Нет, тут долго таскать, давай поменьше вот так что-нибудь. Так, это мы модернизировали, а здесь... А, осталось 3. Так, здесь пусто. Что у нас там в ресурсах осталось? Ну, давайте, ладно, мешок возьмем тут. А, здесь требуется экспедиционный паёк. Ладно, так, сейчас мы его заготовим. И сразу, чтобы можно было сделать. Акваферма у нас находится в пище. Устанавливается, как полагаю, около воды, да? А, нет, слушай, ей вообще фиолетово. Это интересно, это прямо интересно. А вот здесь ты встанешь? Встанешь. Причем идеально, причем устанавливается. Вы посмотрите, как будто для нее тут местечко оставили. Ну, раз так, то почему бы нет, давайте поставим несколько штук. Что там, кстати, по ресурсам? А, ну у нас это все есть. Идеально. Тогда вот эти постройки с обычными рыбаками я удаляю. В них уже нет никакого смысла. Так, хижина рыбака раз, хижина рыбака два, три, чтобы никакой там зараженной рыбы у нас уже не было. Ага, это готово. Значит, дальше добивают вот еще оставшихся людей. Плюс, наверное, еще человек 200, а конкретно 199 к нам сейчас присоединится. Надо еще одну палку достроить. Не хочу им отказывать, пускай будут у нас лучше, чем где-то там шляться, правильно? Так, мы дадим им кров и тепло, и еду. У нас это все имеется без всяких проблем. А по изучениям добиваем туда укрепленный рюкзак. А, 36. А мы сделали 36 еды? 25 только. Ну ладно, я думаю, пока можно поставить. Все остальное подтянут, и это будет готово. Да, тут уже 30-ка есть. Что там с аквафермой? Ага, построены, да? Вовсю уже работают. Потребление воды малое. А как выглядит? В принципе, неплохо выглядит. А количество воды будет влиять как-то? Нет? Ага, со 120 до 360. Ну, наверное, в этом никакого смысла. Хотя, ну, давайте сделаем вот так. Почему бы нет? Одну вот так вот сделаем. Остальные будут на малом находиться. Еще надо вот что сделать. Давайте зайдем в метеостанцию. Поставим средние поля. Малое, даже вот так сделаем. Поля, которых у нас уже, по сути-то, и нету. А дождесборники поставим тоже малая радиация. Потому что все остальное мы выкачиваем уже. Чтобы никто не болел. По улучшениям, что остается? Полностью тоже доделали район. Давайте включим просто галочку и посмотрим, что у нас есть. Только вот эти дома. И походу все. Ну да, ну ладно, давайте это сделаем. А, забыл посмотреть, а сколько у нас теперь в новых домах живет человек? 100, да, как и планировалось. Точнее, как мы с вами и обсуждали. Первый 25, 50, а потом резко до сотки. В два раза ровно. У нас, правда, столько людей нету, сколько жилплощади, но пускай будет. Угу, 34 есть уже. Главное, очень важный, на самом деле, навык сейчас, укрепленный рюкзак. Да, исследователи с укрепленными рюкзаками могут взять больше ресурсов в экспедицию, принести в поселение больше ресурсов и развалин. Ну, куда мы вообще больше уже не ходим, мы же всю карту зачистили. Но пускай будет. Так, это мы изучили. Дальше, значит, что? У нас эта вкладка тоже полностью открыта. Открыта логистика. Улучшенный склад только остался. Электричество все выучили. Технология. Сигнальную вышку давайте поставим. А, благосостояние еще у нас осталось. Тоже фигня всякая. А, кстати, цех. Так, цех по... Так, а цех у нас идет после чего? Завода материалов, да? Позволяет, точнее, потребляет различные ресурсы, такие как бетон, укрепление металла и стекло, чтобы повысить эффективность близлежащих производственных зданий. Вот так вот. Давайте его, наверное, сделаем.
199 человек бонусом прилетели, неплохо. Так, здесь что нам? Разработчикам пришла в голову одна идея, ну давайте посмотрим. Забираем, выполняем. Пир на весь мир. Нет, наверное, мы это делать не будем. Трупы на улицах, а что, у меня разве тут это самое? А, у меня есть кого отправить на работу. Ну давайте, выполним, добавляем. Эпидемия, там таблетки надо будет надо делать, да? Старый шахт, наверное, йод надо будет запасти. А, пока ничего не буду делать. А, хотя там есть обычный пир. Цех пошел на производство. Теперь главное людей распределить. У нас их очень много, действительно. Хотя и по факту-то и должности все заняты уже. Просто на максимум фермеров 137 человек, 200 с лишним будет сейчас у нас этих самых водоносов. Строителей 50 с лишним. Пока, наверное, буду эту дамочку Кимчи вызывать, чтобы к нам прилетала и давала нам дополнительные очки. Хотя, уже просто фармлю. Так, а она что по красным знакам? А, ну только осталось 30 человек. 29, 28, 27. Ну, лечит потихонечку, да, от радиации. А что у нас здесь с домами? Так, ну, закладываются ресурсы. Ну, большое количество уже, да, закинули. Еще чуть-чуть и резко модернизируется все. Просто жесть, посмотри, сколько народу. Просто змейки гуляют по улице. Конечно, погорячился то, что я разом решил выставить вот эти все улучшенные палатки на апгрейд, потому что по, ну, 150-160 единиц бетона каждый требует. Это охренеть. Просто бетон высасывается, в прямом смысле слова, с нашего города. Я боюсь, нам может даже на другие улучшения-то и не хватит. Это готово. Значит, еще раз. Здесь у нас все. Тут у нас склад. Давайте. Так, а ну-ка еще раз хочу посмотреть. Открыть окно. Мы изучили цех. Так, цех потребляет различные ресурсы, такие как бетон. Так, укрепленный металл и стекло. А, подожди, стоп. Может быть, это вот здесь у нас получается, он будет модернизироваться, да? А, нет. А если мы вот так сделаем задачи, улучшение. Ну, я понял, да, это просто получается идет баф от вот этих построек. Ясно. Последние получили семя кукурузы. Да, все семена открыли. Поставим вот здесь, допустим, где-нибудь вместо морковки. Кукуруза. А, так, это что такое у нас получается? А, украшения и памятники надо бы сделать, да? Ну давайте. А, так, украшения, украшения, памятника. А что он там требует? А, кирпичи. Ну давайте сделаем памятник где-нибудь. Где-нибудь в центре, наверное, было бы неплохо. А вот здесь он влезет? А, он здесь идеально может влезть, да? Мог бы, но не влез. Тогда около кладбища, наверное, построим. Смотрите, зашел разговор за дань, да, буквально пару минут назад. И вот опять Майк-пожиратель хочет 73 тысячи. Ну, то есть суммарно, конечно, хватает ресурсов, но сам факт. Конечно, проглот он еще тот, я вам скажу. Давайте, наверное, даже лучше на воду поменяем вот таким вот образом. У нас 3 тысячи воды осталось. Ну, она быстро набирается уже. 5 тысяч, 6, ну, сейчас уже семерку, восьмерку накатили. То есть никаких с ним проблем, конечно, нет. Но жрет он, конечно, аппетит у него возрастает, мама не горюй. Склады открыли. Так, 2 очка, и у нас остается, еще разочек проходим. Тут пусто, тут пусто, тут пусто, пусто. Технологии, да? Давайте тебя откроем. А вот здесь мы попробуем модернизировать склады. Что требуется? А, дерево и лом. У нас этого навалом. Вот так у нас теперь выглядят новые склады третьего уровня. Модифицировались. Запасы уже с 300 до 600 единиц поднялись. Надо здесь тоже заняться модификацией складов. Наверное, так даже сделаем. Так, задачи улучшить вот эти два и вот этот еще. Больше нигде их нету. А, вот тут у нас еще целая пачка. Ага, плюс разработали сигнальную вышку. Значит, находится у нас, она должна быть в обороне. Сигнальная вышка, да, вот здесь она есть. Ну, поставим, допустим, куда-нибудь вот сюда ее. Что-то охранять вот этот самый торговый рынок наш. Рынок и торговый пост. А дальше ставим на изучение
А, здесь тоже все у нас. Благосостояние осталось. Ну, давайте долговечное здание. Ох, ё-моё, здесь сколько бетона. Нет, бетон мне еще надо подфармить. А здесь еще больше. Охренеть. Ну, ладно. Думаю, а чё мы так в лимит начали упираться по пище и по воде? Я решил поднять до 300 тысяч. Сейчас уже воды 120 и еды, ну, почти что 100. 99. А я все жду бетон, потому что параллельно он таскается на строительство оставшихся домов. Не, ну это, конечно, лють, я прям по бетону просел. Новое производство, конечно, не хочу выставлять, нет смысла уже. Просто сижу, жду. Угу, плюс один. И последнее осталось сделать. Отлично, принесли последний блок бетона. Сейчас будет идти изучение. Ох, да неужели, наконец-таки, весь этот район у нас достроен, свободных мест до хрена. Ребята, если вам негде жить, приезжайте. Всех с радостью приму, накормлю, напою, крыша над головой есть, вообще все без вопросов. Надо летом будет как-нибудь собраться с палатками. Опрос кинуть на ютубчике, кто захочет с палаточкой чпонька куда-нибудь там между Питером и Москвой найти какое-нибудь местечко. Или вообще в сторону Карелии, идеальный был бы вариант. Шашлычки, покупаться, рыбалочка. Угу. Так, орошение большой площади мы получили. И остается... Да, остается нам последние эти две. Но даже эти технологии мы уже не пользуемся. Уже ушли вперед и без этого. Отлично. В общем, уже два очка знаний у нас есть. Последний сейчас заключаю сделку по знаниям. Это как раз то, чего нам не хватает для открытия насосной станции. И да, мы с вами на финише. Я не знаю, сколько получится по итоговой версии на этом ролике, но сейчас, вот именно с того момента, как я начал записывать эту серию, и вот прям по сей момент, ровно 3 часа 15 минут я сижу и фармлю вот это все, что только можно. Мне просто интересно, кстати, а есть такие люди, которые смотрели с самой первой серии до самой финальной, да, и этой получается от и до, то есть от первой минуты и до самой последней. Если такие есть, напишите в комментариях от и до. Или напишите, нет, я с тобой, я вам повешу сердечко, ребята, вы мои просто герои, ей-богу. Это, ну, моя благодарность и огромное вам спасибо. Просто я с тобой и сердечко, чпоньк. Шикарно, значит, третье очко знания мы получили. Больше мне это не нужно, давайте, наверное, что-нибудь возьму, там, ткань какой-нибудь, например. По поводу строительства, я уже все построил, вот честно, я уже не вижу смысла просто расширять, увеличивать. Всего достаточно, даже бетон уже сейчас будет нормально уходить на производство. Эти объекты будут справляться и так. Единственное, что по цементу мы проседаем. А сколько у нас цемента? А, нет, у нас нормально добывается. А, у нас рабочей силы здесь стало меньше. Сейчас добавим. Да, что я разошелся, походу, по запросам. Вот так сделаем. Так, ну-ка, заплати дань, что ты хочешь. Еды и воды. Ну, давай, забирай. Так, стоп, мы пропустим. Вот так вот сделаем. Еда просто в ноль ушла. Ну-ка, включаем X3. Вылезем. Вылезаем, нормально. Сильная экономика, ничего не скажешь. Пошла разработка долговечных зданий. Долговечные постройки у нас подходят к завершению. Отлично, ну и все, насосная станция осталась последней. Тут 460 материалов, и пускай изготавливается и делается. Вот хорошо, когда ничего не надо, кроме строить каких-то определенных объектов, кроме одного-двух максимум. Сразу хватает ресурсов, знаете, бетона натаскали очень быстро. Все, принесли абсолютно все ресурсы, пошел процесс изучения, финальная стадия. Да, ну конечно, на финальных этапах игры это просто фарм. Это просто фарм и высасывание времени. Зачем так было затягивать вот эти технологии от 0.6 до 7.8 сезона? Охренеть. Нигилисты к нам. Ну-ка, давайте заплатить дань, что хотите. Так, наборы что-то вообще у вас не в цене. Ни хрена себе. Я сказал себе, ну ладно, давай.
Откинем вот так. Воды у нас 200 тысяч, на тебе вот так. И вот так вот, наверное, 210, да? Слушай, а у вас губа-то, я смотрю, не дура прямо. Мама, не горюй, сколько хотите ресурсов? Это не в счет у вас, я смотрю, не котируется. Ну, вот так тогда, да. Да, потребности у всех растут. Жестко причем. Конечно, нет смысла, ну, доиться, надо давать бой. Ну, я просто сейчас уже жду момента изучения. Чтобы можно было автоматизировать систему полива вообще на все 100%. Не полива, а добычи воды. Так, что там у нас хочется? Пиво, на. Сейчас поставим на производство. Так, здесь пиво есть, тут тоже, тут тоже. 2500, не кисло. Последние секунды остаются, но еще чуть-чуть и все. Изучили на все 100% вообще все, что только здесь можно. Технология, оборона, электричество, все это у нас с вами готово. Единственное, осталось построить. Значит, где у нас находится? Вот тут. А он, кстати, не грейдится у нас случаем? А ну-ка, да. Нет, подожди, стоп, он не поднимается в грейде. А, значит, насосная станция. Отдельно поставим ее, допустим, ну вот здесь. Почему бы и нет? Так, по ресурсам, ну все это нормально. Вроде сказал, что не будем до конца все достраивать. И нет никакого смысла в абсолютном 100% изучении. Но вот в итоге все равно, как паровоз, не остановить. Если уже задался целью, то фигачим и ничего не останавливает нас. Вот так и здесь, да, насосная станция, это финальная точка. И она у нас заработала. Значит, что она у нас получается производит? Производит она у нас воду, наполняет сразу же автоматически все резервуары. Производит 250 единиц. Так, не хватает здания получателя. А, наверное, надо рядом с ней просто постройку такую ставить в радиусе. Да, и надо будет ее подкачивать. Только мне, к сожалению, здесь уже не поставить. Да и ладно, в этом уже действительно никакого нету смысла. Итак, логика есть. Хотя, стоп, подожди, у тебя... А, ты подведем к электричеству, все нормально, да? Да, ты подведем, просто электричество просело. Главная штука работает, абсолютно теперь можно отказаться от всех водоносов, направлять их на поля, куда-то еще, хотя и полей у нас уже не осталось, все в теплицах, там по несколько человек работает, этого, как вы видите, ресурсы у нас за глаза. Я думаю, то на этом моменте я с вами и попрощаюсь, мы сделали абсолютно все, что можно в оригинальной игре, плюс в ее DLC процветание. Ушло у нас на это, получается, 15 серий. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Да, здесь, конечно, у нас был и конвейер жизни и смерти. Он и продолжается, на самом деле. От этого никуда не уйти. Такова жизнь и такова игра. Но будем надеяться, что у игры рано или поздно появятся какие-то другие, более интересные, более жирные, скажем так, более драйвовый, назовем это так, да, вот именно, где будет какая-то дополненная динамика именно прохождения, а не только строительство и выживание. Может, какие-то побочные эффекты, которые могут происходить, не только нападение рейдеров, но и использование техники, или может какие-то могут еще происходить катаклизмы, ну, ту же самую бурю они же добавили, значит, можно что-то еще придумать. Короче, будем следить, а пока что мы выжили на 100% из игры, ну, как мне кажется. Прошли ее полностью, так что ставим финал и увидимся уже в других играх, ну или в DLC-шках, опять же, по этой игрушке. Очень надеюсь на то, что вы меня поддержите лайкосом. Если вам это все понравилось, если нет, втыкайте диск, не стесняйтесь. Главное, выражайте свои мысли. И самое главное, очень прошу, напишите какой-нибудь комментарий о том, как вообще у вам мысли по поводу данной игрушки. Зашла она вам, не зашла, что вы ожидали, очаровала она вас или вообще, может быть, наоборот, разочаровала. В общем, творите. Мне действительно это интересно, можно с вами пообщаться на эту тему в комментариях. Всех вас обнял, спасибо, что большое... Тьфу, заговорился, да, 4 часа времени, это, конечно, люто. Спасибо, что были со мной все это время, я вас всех сильно люблю. Поднял, обнял, обнял, поднял. Короче, всем пока.